ты топи, топи ту тапочку в пол, чтобы ушли дурные мысли. А ты топи, топи ту тапочку в пол. Здорово, братва! И у нас начинается новая история, новая машина. Зима, дрифт, ну что-то типа такое. Ну, короче, не дрифт, а в данном случае дрифт будет, так как здесь у нас обычная семерка. Ну, давайте, не знаю, что... Первая пилотная серия, то есть не относится к проекту, просто покажу сейчас, что к чему, как купил, что есть. Сейчас заглушу ее тогда, пускай поостынет. Немножко раздадим потом угла, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Так, аккумулятор горит, это хорошо. Потому что что-то зарядочка пропадает, чек загорается. Так, ну что, давайте по внешке. Не, давайте... Сейчас... У меня документы с собой. Начнем историю. Как не надо покупать машину. Так. Ну, короче, все документы на машину. Страховка там и так далее. ПТС. ПТС оригинал. Я шестой владелец, как ни странно. Из-под деда, можно сказать. Практически из-под деда. Блин. Тачка практически из-под деда. Итак, по ПТС-ке. Короче, здесь первые хозяева, это перепись населения Кадуйского района. То есть тачка из Кадуя. Ну, кто не знает, не вникайте. Это у нас под Черепом там. Типа деревня, не знаю. Не скажу, что деревня, поселок городского типа. Так, дальше ее Николай Басков купил. Извиняюсь, Денис Басков купил данную машину в 2010 году и притащил ее в Череповец. А, не, вру, он еще тоже в Кадуйском районе. Ну, короче, тачка из-под Баскова. Тут, нет, тут, если так почитать, так тут все знаменитые личности. Мирошников актер, Малышев, сын Малышева, и Басков, сам Басков. Ну, или батя Иван, Денис Николаевич. Или сын. Ну ладно, я это все утрирую. Короче, я шестой. Вот ее последнее место. Ну да, последнее место ПТС-ки и последняя запись, скорее всего, этой машины. Наверное, продавать я уже ее не буду. Так, ну что? А, ну давайте по тачке. Тачка у нас 2008 года. Двигатель 2167. Что еще тут? Цвет темно-зеленый, ну, сейчас увидите. Лошадиные силы 72 с копейками. И масса у нас без нагрузки тонна 60. Приехала у нас тачка. Сначала приехала из Тольятти в Вологду, а из Вологды поехала в Кадуйский район. И начала ее жестокая жизнь. 8, 10, 12. Короче, в Кадуе она по 2 года гуляла. И уже у последнего, у Малышева, она уже была 4 года. Так, следующий я. Так, ладно, не будем о грустном. Ну, давайте сразу глянем, что у нас есть в бардачке, раз уж открыл. Практически ничего не трогал, только перекладывал то, что мне оставили. Тут наклеечка «Урал», но это вы увидите позже, это моя наклейка. Так, что же у нас тут? 2 пластыря. Ну да. Я обычно, когда что-то делаю, так чуть ли руки не отрезаю. Так, дальше у нас тут подгончик, кабель до телефона. О, полноценная зарядочка, это очень приятно. Так, тут у нас еще 2 клипсы. Ну, 2 клипсы и по мелочи тут. Болтики, гаечки, это что тут. О, коробочка автовазера. Так. Клеммы медные, окислившиеся почему-то, или бронзовые. Цоколь, лампочка, о, нифига. А, это цоколь отвалился, этаж 4 лампочки. Поворотник и много предохранителей. И форсуночка еще. Ну что, спасибо Александру за подгон. Самое интересное, я говорю, что брать-то будешь? Он говорит, буду шанс брать. Ну, или ланос, или как он там называется. Вообще насрать. Говорит, буду анус брать.
И такой, и оставил все там, ну что, все жидкости, ну жидкости, ладно. Ну, короче, весь свой чемоданчик там с инструментами, не знаю, вроде инструментов нету, я особо его не разбирал. Короче, все оставил, типа, с тачки, как будто он с Ванасом не будет ебаться. Не этот. Ну, по этой, по консоли, что могу сказать, приборку вообще не видно. Будем в одной из серий пересвет делать, что-нибудь прикольное придумаю. Обязательно сниму. Рулевому маятнику пиздец. То есть вот так вот я руль делаю, и получается, что колеса не двигаются. Печка греет, печка очень жаркая. Но я, правда, сейчас подрифтил малеху и высоковато поднял эту херню, температуру двигателя. Надо сюда бортовичок подключить, чтобы он мне этот сигнализировал. Так, что по часам? Часы, он сказал, что-то там моргают, нахуй, теперь уже не моргают, пизду. Говорит, пальчиком нажимаешь, говорит, и они этот, и они загораются. Теперь они, походу, не загораются. Короче, самые дорогие наручные часы Лада. Сейчас, секунду. Вот так вот. Я думаю, нормально будет. Часы Лада. Ладно, с этим что-нибудь придумаем. Мне бы вольтметрик надо в машину срочно. Так, что еще? Ну, резиночки, как обычно. Тут эта херня отломана уже. По управлению все работает. Блин, поворотники вообще неудобные. Руль вообще бесит. Руль, блин. Тут эта скрепочка, чтобы не скрипела панель. На, короче, все это будет немножко подшаманить. А, магнитолка есть. Но мы на магнитолке идет вот такой вот, короче, разъебанное место под флешку. Ну, в принципе, пока особых басов нету, так ничего страшного не будет. Ручник не работает, к сожалению, но в принципе он мне пока не нужен. Но потом будет у нас отличный ручничок гидравлический, я надеюсь. Так, по динамикам у меня тут четырехполоска, или как она, не четырехполоска, короче, у меня четыре динамика коаксиальные, ну уже три, я уже один выкинул вчера, не выкинул, а отдал, можно сказать, что выкинул. Так, спереди, ну вы как видели уже мистери, там вчера я магнитолу доставал, там лучше не лезть, и там, блядь, пиздец. Так, что на семерках мне нравится? Мне нравится, где рычаг переключения, мы его перенесем сюда, наверное. Ручник чуть сюда будет вертикальный, и ручка КПП будет где-то вот здесь, вот на этом месте. Я надеюсь. Включение коробки вообще вот. Ну, ходы маленькие, то есть у нас идет сам рычаг воткнут в саму коробку, поэтому никаких кулис, ничего нету. И все втыкается четенько. Блин, сцепление не выжил. Ну, не такие большие ходы, как я видел с переходником, когда перетаскиваешь рулевой рычаг вот сюда, вот, то вообще еще меньше становятся ходы. То есть здесь, если еще есть какие-то ходы, то потом будет вообще чик-чик-чик-чик-чик. Как-то так. Так, из бонусов у нас есть сигнализация, которая не работает. Это проводок из другой серии. Так, акустические провода, ну там я сказал уже, там в магнитоле так больно все переделать там. Сигналку тоже, наверное, поменяю. У меня есть комплект летних колес, надеюсь, его продам. И куплю себе сигналку с автозапуском и поставлю ее. Это будет круто, с обратной связью автозапуском. Так, тут что-то увеличенное стекло. Ну, в смысле, как увеличено? Ну, блин, другое приделано, крепление, чтобы шире стекло было. Здесь у нас ручечка. Здесь у нас ничего нет. Я в него не смотрю, так что мне на него насрать. Так. Ну, что ж. А, сигналка у нас Мангуст. Самое прикольное, что в Ладе, это ключ зажигания, ключ... Лючок, блядь, ключ багажника, ключ, блин, замков, дверей. Я не знаю, еще ключ на бардачок надо и ключ на капот. И будет вообще полный комплект. Короче, надо от этого всего избавляться будем. Я буду избавляться от этого. Не знаю, что придумать. Что-нибудь придумаю.
поинтереснее, соответственно, все будет поинтереснее, буду стараться делать необычно, так скажем. И постараюсь, не у всех же деньги есть, ну как бы у меня тоже их нету. А, кстати, по пробегу, пробег 6000, но это я вру. Сейчас, погодите. О, пробег 666 тысяч. Пробег 106 тысяч, но когда я второй раз приезжал к нему, он проговорился, говорит, я приборку менял. Так что хрен знает, сколько здесь пробег. Ну, двигатель более-менее выглядит. Я вот немножко сейчас, конечно, этот с радиатора поебал, а чуть-чуть тосольчик. Ну, как бы я не в кипяток разогрел, но так, нормально я подогрел вот сейчас. Надеюсь, ничего там не сломалось, не увело, не башку. Обшивки. Вообще, по машине практически машина полный сток. Ничего суперского, никаких доработок не сделано. Рулевой маятник, кстати, он там где-то валяется, в коробке, он сказал. Поменены пороги. По кузову есть мелкие рыжики, но это вообще не проблема. Днище не проверял, вроде днище целое. Ну так, заглянул немного, но особо не ковырял. По подвеске, ну, непонятная подвеска. Это семерка, блин. Я вообще не понимаю, как на ней люди ездят. На ней только боком ездить. Так, стеклоподъемников у нас нет. Комплектация бомж, потому что комплектация люкс, по-моему, со стеклоподъемниками. Так, здесь кожа у нас. Ручка, не знаю, что такое, пластик. Здесь пластик. Саморезы, не знаю, вроде не штатные. Наверное, гремело, он прикрутил. Ну, мясорубка. Так, потолок у нас перфорированная кожа. Ну, в принципе, все кожаное. Практически. Торпеда только вот, она под кожу сделана, но она не кожаная. Так, ну что, давайте. Так, к двигателю пока не пойдем, давайте посмотрим, что нам оставил прошлый клиент, ой, прошлый хозяин. Так, тут, наверное, видно уже, что я шлепал малеху. Так. Сигналка, она есть, но она, короче, не закрывает замки. То есть там эти активаторы сломаны. Или, ну, не сломаны, сейчас покажу, что проблема. Так, тут у нас есть аптечка. Летние колеса 13-е. Треугольник, или как он там называется. Так, зимний комплект белья. А, он еще мне сказал помпу поменять. Говорит, зимой нормально, но летом, говорит, помпу поменяй. Надо, кстати, ее поменять, может, у нее проблема. Так, новая помпа у меня есть. Ну, Фенокс, давно. Так, что у нас тут? Рулевой маятник вижу. Так, рулевой маятник, что-то тут. Очиститель инжектора. Ремень генератора. Ключи. Да, да, значит, он ключи оставил. Блядь, он даже мультиметр оставил, ебаный урод. Мужик на шансе будет ездить. Ему ничего не страшно. Блядь, если еще работает. Блять, сука, работает. Идеально. Это что, типа коммутатор или что это такое? А, это реле-регулятор, наверное. Так, реле-регулятор. Сейчас объясню, почему ему нужен реле-регулятор. Блин, здоровый ключ под ступицу, наверное. Ну и все, в принципе, ничего интересного больше нет. Багажник показывать не буду, это другая серия. Так, ну и сердце автомобиля это. А, кстати, здесь чехлы были уебищные. Я их снял вроде. Штатные вроде более прилично, надо менять сиденье. Сиденье, короче, спинка сломана. Спинка не регулируется, регулируется только вперед-назад. Педаль газа почему-то высоко, кто знает, как регулируется, напишите, не знаю, как регулируется она. Как-то она должна регулироваться, чтобы она была пониже, потому что нога жестко затекает, неприятно. Так, ну да, капот давайте дернем. Самое приятное, что здесь есть, инжекторный двигатель, это очень приятно. Что у нас? Тосольчик немножко поебал из-под крышки, надо, наверное, ее поменять. Как она вообще откручивается, нет? Я пока мотор горячий, не буду трогать. Хотя уже потрогал. Так, ну что, тут инжир стоит.
внешне, ну, нормально, чистенький более-менее, жить можно, омывайка есть, омывайки бачок, кстати, приятненько стоит, даже если замерзнет, можно будет разогреть потом, ну, радиатор немножко побит, но это, скорее всего, из-за ремонтов, подтеков масла нету, уровень один раз проверял, был на минимум, я долил, но он говорил, что доливает масло от замены до замены. Зима, кардиант, лето, кардиант. Ну, более-менее состояние было. Было более-менее состояние. Пока вот это поле не спахал. Но... Ну, сток, короче, полный сток. Очень приятно, что инжирное. Есть недочеты по кузову, ржавчина, но это все уберется. В смысле, может, бампер целиком уберется, может, оставлю, не знаю еще. Так, номер можно потерять. Жига будет корч. Сразу говорю, что... Ну, сейчас скажу примерно план действий, что будет. Блять. Вот так, короче. Можно капот туда открыть. Тут рамка вся гуляет. Так, ну чё, заведем зажигалочку. Где ключ-то? Ключ зажигания. Блин, не привык к зажиганию. Так. А, что, у меня ручник дернут, что ли? Ручник, короче, не работает, но эта лампа горит. Все. Короче, загорается чек. Загорается чек по причине возбуждения. То есть то возбуждение есть, то оно пропадает. Надо будет с этим решить проблему. Может, контакт где-то плохой. В основном это когда постоит такая херня. Мне кажется, все-таки проблема в контакте. Возможно, в приборке, в лампочке, но не факт. На трассу просто посмотреть возбуждение. Провод. Так, далее. Ну, сейчас зарядка есть, печка, блин, печка огонь, особенно когда валишь боком. Как уже сказал, немного поснимал. Ну, прикреплю в конце, может, под музычку какую-нибудь. Ну, а так, что, уже через несколько дней. Я вообще должен был записать это неделю назад, это видео. Но снега не было, мне хотелось немножко поуглить. Сегодня вообще первый день. А ты топи, топи ту тапочку в пол, чтобы ушли дурные мысли.